Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы расскажем вам, как включить и пользоваться функцией разделения экрана на телефоне HomeTom S9+. Для того, чтобы это сделать, мы открываем два приложения для начала, которые мы хотим разделить. Например, я хочу выбрать браузер, и я хочу выбрать какой-нибудь, не знаю, Play Market. Дальше. Мы выходим на главный экран, хотя это не обязательно. Дальше зажимаем кнопку посередине и ждем, пока у нас высветится вот такое меню. Дальше мы зажимаем приложение, которое мы хотим, чтобы было в верхней части экрана. Например, я хочу браузер. И перетаскиваем вверх. Видите, здесь написано «перетащите сюда, чтобы разделить экран». Мы перетаскиваем вверх, задерживаем. Дальше выбираем снизу приложение, которое будет снизу, например, Play Market. И все, теперь, как видите, я могу пользоваться одновременно Play Market и еще печатать что-то и проверять в браузере. Так что вот таким вот легким образом мы смогли разделить экран на нашем телефоне. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!